доглядел? Ну, у нас таких отделов нет. У нас в службе руководителя аппарата Масаю Юрию Николаевичу возложены обязанности на ведение работы по профилактике коррупционных действий со стороны сотрудников администрации. Могу сказать, что вот что касается Липатова Артема Владимировича, жалобы на него поступали, в том числе и вы освещали эти жалобы там по его поведению, поведению сотрудников в ларьке. Были жалобы от предпринимателей на антикоррупционных комиссиях. Эти вопросы рассматривались и сотрудникам, и самому Липатову Артему Владимировичу. То есть были предъявлены, скажем так, требования, чтобы вести как бы свою деятельность более правильно.